Ты проиграл. Не это ищешь? Привет, это я. Да, я слушаю, слушаю. Мне нужно, чтобы вы пришли ко мне. Прошу прощения. Мне нужно, чтобы вы пришли ко мне, я должен что-то показать. Покажешь, когда придешь на работу. Не-не-не, я не могу сегодня прийти на работу. Мне нужно, чтобы вы сюда пришли. Прошу вас, ко мне домой. Помните, что вы мне показали вчера? Алло? Ну... Теперь я кое-что хочу вам показать. Алло? Алло? Ладно, когда? Прямо сейчас. Я не могу прийти прямо сейчас, я занят. Чем это вы заняты? Нет-нет, вам надо прийти именно сейчас, Стэн, пожалуйста. Сегодня вечером? Нет, я не могу вечером, мама будет дома. Мы встретимся с тобой в 7. Алло? Твою мать. Фэрчайлд. Да, конечно, между ними может быть связь. Нет-нет, я хочу поговорить с ними. Да, я справлюсь с этим. Уже еду. Окружное отделение полиции города Смита. Что произошло, когда вы позвонили на его сотовый? Ничего. Он не ответил? Да. Он ответил? Нет, он не ответил. Понятно. Да, говорить. Вот как все произошло. Рик сказал, что пойдет к машине, чтобы достать для меня шар для боулинга. Почему он не взял его сразу, как вы туда приехали? Потому что я сказала, что он мне не нужен. Он задержался, а когда мы пошли узнать, где он, машины уже не было. Не было. Может, он отошел перекусить? Или зашел к друзьям неподалеку, отъехал встретиться со своей девушкой? Есть одна женщина с работы, по-моему, ее зовут Марта. Он иногда ходил к ней в гости на ужин, но очень сомневаюсь, что он там. Не знаете примерно, где может жить эта Марта? Привет, Рик, это я. Я не видела тебя сегодня на работе и решила позвонить, проверить, как ты там. Надеюсь, все в порядке. Я подумала, если ты не против, мы могли бы встретиться позже.
Может быть, еще один домашний ужин. Ладно, перезвони мне, пока.